Очень глубоко садится сборная Уругвая, понимая, что выигрывает 2-0. Удешался. Я, конечно же, Кенфеев, который помог своему партнеру. Я верю в тренера, я верю, что все будет хорошо. Друзья, да, вот так вот бывает, естественно. Иногда бывает так, что две победы, они как-то очень сразу сильно к завышенным ожиданиям приводят. И это хорошо, потому что жить на мелких ожиданиях – это удел лузера. Уругвай, так называется сборная Уругвая. Они считают, что небесные силы вместе с ними. В этом результате так и было. Обратите внимание, как они будут.